Привет, дорогие друзья! Мы с вами встретились сегодня, чтобы продолжить колдовскую тему «Вспомнить и новое пройти. Как встать на путь удачи?» Есть несколько способов, как включиться в эту волну. И мы все практически с вами проходили, но сейчас разберем каждый в отдельности. Во-первых, самый безопасный способ – это вспомнить и думать о своих поступках, которые, скажем так, удались. Вызвали у вас гордость, радость. Напомню, что радость и гордость – это практически одно и то же. Поэтому духовные люди не рекомендуют чрезмерно радоваться, потому что радость – это гордость за свои удавшиеся поступки. Но не будем вдаваться в подробности. Вспоминаем поступки, которые у вас удались. Вы же, наверное, замечали, что если у вас что-то удалось, и вы думаете об этом, сразу череда событий также удается. Потом это стихает, когда вы перестаете об этом думать. И какое-то время идет ровная полоса. Включаемся опять. Несколько событий можно вспомнить. Также есть второй способ. Вы вспоминаете и общаетесь с людьми, которые, скажем так, удачливы. И у них все удается, победы и везде, и в казино, и еще где-то по жизни. Вы стараетесь даже находиться побольше в их обществе и впитывать эту энергию. Это тоже довольно безопасный способ. И можно с его помощью также подключиться к ним и немножечко повампирить, но не так сильно, как ментальные вампиры делают. И подключиться к их волне удачи. Он не такой безопасный. Сейчас вы поймете, почему. И третий способ – это как переклад наоборот. То есть вы находите самого удачливого человека и забираете с него удачу. Снимается как тонкой пленочкой и забираете ее себе. То есть ментальный верхний слой удачи. Почему он не самый безопасный? Потому что незнающие люди могут вместе с удачей перетянуть что-то не очень хорошее. Те, кто не умеет фильтровать. Фильтрация должна происходить всегда. То есть хорошее от плохого надо уметь отфильтровывать. А это чутье на это, я не скажу, что интуиция, потому что интуиция может подвести, а это как животное, то есть он чувствует, что взять, а что нет. Что я могу вам посоветовать? Друзья, да что угодно, все, что вам нравится и близко, и вы можете написать, что вам больше по душе. Надеюсь, мое видео было полезно. Мы встретимся с вами не один раз. К сожалению, в YouTube не все могут заходить. Можете подписываться на мой дзен-канал Елена Леночка, на Рутуб. А вот хоть канал называется Елена Леночка в Телеграме, он для родственников, но ссылочка там совсем другая. Сехмет 1 наберете. И у вас все высветится. Если вам удобно смотреть в Телеграме, можете подключаться к нашему роду, кто смотрит. Всем пока, до новых встреч!